Жители станицы Анапская, села Супсых, Джигинка, поселка Пятихатки, хутора Песчаный Бужор, Нижняя Гастагайка и горожане обратились к Сергею Сергееву со своими вопросами. Марина Смирнова рассказала главе о том, что по адресу на улице Новороссийской, 111, до сих пор не убраны оборванные сентябрьским шквалистым ветром провода. Дома энергетики запитали, а вот ненужное теперь хозяйство бросили, как есть, провода висят на деревьях. На вчерашнем заседании КЧС Сергей Сергеев попросил проверить информацию руководителя анапских городских сетей и принять меры. Жители сельских округов, дозвонившиеся на прямую линию главы, говорили о ремонте сельских дорог, газификации, решении имущественных споров, улучшении жилищных условий. По каждому озвученному вопросу будет проведена тщательная работа структурных подразделений администрации и дано разъяснение. Одним часом общения Сергеева с жителями Анапы, конечно, не ограничилось. Звонки продолжали поступать. Люди благодарили главу за работу и уже оказанную помощь, делились своим мнением по поводу решения основных проблем курорта.